Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Angry Panda, King on Fire, пацанчики, поздоровайтесь. Дидли-дадли-дудли. Здорово, пацаны. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду за аниматроников, а пацаны будут охранниками. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Сегодня правила такие. Одна дверь должна быть открыта, но я могу мочить, когда включен злостный режим. Смотрите, у нас есть вот такой вот режим, более нейтральный, и есть злой режим. Вот такой вот, когда я кручусь, глаза у меня злые, и пацаны будут умирать. Погнали! Так, это отключаемся. Все, пока я себя буду добрым ходить. Хожу себе по карте, веселюсь. Эй! А, вот так. Если вы сейчас будете так делать, я разозлюсь. Злись, бись, разлись, вонючка. Ходим себе, гуляем. Никого не трогаем. Обход по пиццерии делаю. Просто заскриптованно хожу, как будто я днем. Встречаю гостей. Но в любой момент может подрубиться злостный режим. Так, нейтральный режим. Кстати, очень прикольно делано. Головой шатает влево, вправо. Немножечко устало. Так, в этом режиме я бегаю намного быстрее. Поэтому, пацанов, шанс о том, что они смогут закрыть двери, очень мал. Зачем ты закрыл? Открой дверь, дурак. Опа, я злой. Открой дверь. Я злой. А, не ты успел. Успел. Так, я буду сейчас обманывать. Я должен вас замочить в этом режиме. Бежим. Блин, да ваши гранаты меня откидывают. Что это за охранники такие с гранатами? Я такого не помню по сюжету. Это светошумовые. А, светошумовые. Эй, одну дверь открывайте, вы же задохнетесь. Так, я могу какие-то еще делать штуки? О! Нельзя открывать двери, я знал, что его... Так, когда я буду убивать, я буду менять аниматроника. О, давно мы Фокси не брали. Так. Погнал. Кстати, насколько я помню, этот аниматроник может по стеклу бить. Пошел вон отсюда. Понял, спасибо. Ах вы заразы, вы сегодня решили меня напугать? Это да. Я вас буду пугать. Ну мы тебя тоже будем пугать. Опа, злостный режим подрубленный. Серег, ой. Ну давай. Да блин, он так долго включает этот режим вонючий. Я должен процарапать стекло. Я тут, короче, пишу это вам на стекле послание. А, ты будешь меня стрелять. Не успели закрыть двери, отлично. Да, открыл вонючка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение, тем самым продлеваем жизнь. Так, я убил другой аниматроник. Так, Фердюшкин добрый. Музычка играет, все хорошо у него. Так, нейтральный режим. На тебе. Ой, я уже другие звуки издаю. Я сдаюсь, пацаны. А я боюсь, уйди, пожалуйста. Хорошо. Вы думаете, так все просто? Не, я вас так... Ах ты, блин, не успел. Так, злостный... Ого, меня откинуло через край карты. Так, ну чё, злой режим. Надо. Вам слышно этот звук или только рядышком? Слышим. Да, слышу. О, я вот так могу стоять. Иди. Через, за стекло иди, держусь. Блядь. Там у меня батарейка слабая, сейчас сядет батарея, открывайте двери, пацаны, я вам пирожков нельзя. Принес. Пирожок с пирожками. Хорошо, я на другую сторону бегу. Серега! Хро! Ах вы заразы, хотите вот так, да, со мной сегодня? Нет. Давай. А мои руки торчат через двери? Да. От говна. Я слышу, как он бросает бомбы. Я знаю. Эй, ты чё палишь? Открывай двери. Не открывай. Зачем закрыл двери? Открой двери. Так, все, обычный режим добрый, можете открывать двери. Тебе не верю. Не, я ж пока переключаюсь, вы успеете закрыть. Не. Хорошо. Я сейчас вас все равно убью. У меня есть способ, как вас наказать. Побежал. Мне кажется, эх!
Слышь, это я сейчас бомбу засуну тебе в одно место. Куда? Которым ты какаешь. Я тебе засуну в твой рот бомбу, чтобы ты заткнулся раз и навсегда. А по звуку можно определить, с какой стороны, да, я стою? Или звук по всей карте распространяется? Эй, вы чё, двери? Не открывайте, открывайте двери. Готово? Банда, беги, 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 беги! Я же закрыл дверь. А, нет, Angry Panda был на воле. Так, меняем аниматроника. О, давайте возьмем по угару. Пошел, пошел, пошел. Так. Ах ты кексик. Кексик, кексик. Я же не могу вроде мочить. Да, ты не можешь. Ай-яй-яй-яй-яй, можешь. А, могу. Немножечко подъедаю тебе ноги. Давай, открывай. А, ладно, я на ту сторону. Давай на ту. Давай, мы его ждем. У меня 50 хп, вы что такими бомбами там бросаете? Я же умру сразу. Не умрешь. Умру, Серега, 50 хп. Так, сейчас возьму аниматроника. Эндоскелет рулит. Эндоскелетон. Включаемся. Эндоскелетрон. Включение выполнено успешно. Киборг-убийца. Идет. Ту-т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 у
Где? Тут? Да, вот, с этой стороны. Ради бога, главное, чтобы с этой стороны не было. Идиот! Закрывай! Ага, обманочка, обманочка. Обманочка, Серега знает, что я буду обманывать. Подожди, какой еще режим есть? Ага, выключенный. Включился. Два режима только. Идет! Три режима. Во, злой. Ух ты, блин. А я не могу их... Не можешь, иди на них. Да блин, вы двери закрываете, я не могу попасть. Конечно. Все, бегу. Давай. Я уже на бомбах стою. Ага, врун. Да я тебя вижу, ты там стоишь. Ты что, невидимку подрубил? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Я на карта... Ого, 2000... Было из 10, короче, осталось 2389. Эх, не хватило все-таки взорвать тебя, да? Да, 7000 жизней вынес. С чем-то. О, я звуки могу классные сдавать. А, не успели закрыть двери. Очень большая скорость у меня. Так, я этим замочил. Нет аниматроников, которые не могут вас убить. О, вот этот мне нравится. Фиолетовый челик идет. Так. Идем к пацанам. Да когда ты успеваешь срать свои бомбы? Ты, серло. Ай, посмейся, последний. Сейчас, я выключу режим. А, ну давай. Нет, это так не работает. А, у меня нет режима, у меня один режим. Да. Давай, открывай двери. Давай, открывай. Хорошо, иди на ту сторону. Блин, надо вас как-то обмануть. Закрывай. Ну, ты что ты делаешь? Ты нас наказываешь? Сейчас мы будем тебя наказывать, да, панда? Нет, аниматроники и убийцы. А охранники-мстители. Вот так будет с каждым, Ну, хорошо. Зачем ты открываешь? Ты Паша. О, все. Бонька. Мстить. Я добрый. Мстить. Добрый режим. Тебе добрый режим. Вот так вот будет с каждым. Эй, разморажи меня, у меня жопа замерзла уже. Ты меня убил. Разморозь. Ого, ты дурак, что ли? Зачем ты? Я сейчас буду вам мстить очень сильно, вы не сможете мне ничего сделать. Он взял, поджег меня. Ну больно же. Дима, замороженная жопа, горящая. О, быстрей. Так, злой режим. Это никакой, вот злой режим у нас. Отлично.
Так, что нам сейчас надо делать? Если вы будете меня замораживать и убивать, я буду вас через двери мочить. Открывай, открывай, заморозь меня. Открывай двери и замораживай, давай. Дай ему не открывать, я ему не доверяю. Открывай, где он? Он тут? Эй, я вижу, где ты там ходишь. Открывай! Сидит. Ну, пожалуйста, открой. Нет, не открою. Не открою, Дима. О, тоже анимация есть. Исключа... Слышь, что твои копья через это бьет, через стекло? Эй! Копьяист! Ах ты, блин, иду на ту сторону. Ага, фиг тебе. А ты, блин, не хотят, не хотят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слышь, вы две двери закрыли, я буду мстить вам. Мы закрыли, открыли. Так как ты убиваешь? Что за копья? У тебя что, не титановые, что ли? Да. Эй, я тебя сейчас доста... Открывай двери, хоть одну. Открыли. А вон он стоит. Да ну блин, они все видят, я должен за этого аниматроника вас убить. Да ты задрал, копьеист! Я буду мстить вам сейчас! Мы мстим тебе, мы мстители! Закрывай! Его вижу, вон он стоит! Да у вас две двери открыто! Ой, закрыто! Открыто! У нас две двери открыто, как ты сказал! Да блин, зауперся в текстуру! Ну что за говно! Текстурное! Ну, открыли дверь? Так открывайте калитки! Ого, лампочку колбасит, что за сюда музыка у нас? А я не пройду, да, получается? Ого, ну дамажит. Открывай эту дверь. Сейчас, сейчас пройдет красная граната вонючая. Вы задрали их бросать! Так, будем выжидать, на красоту их мочить. Вот так буди. Мне нравится. Так, меняем аниматроника, убегаем. В жизни у меня много, проскочим. Ого, гранат нафигач. Ой-ой-ой-ой, не могу пройти. Ждем, пока рассеется. Надо не открывай двери, закрывай, если. А своей рожей палит. Уйдет. О, так я могу лазить. О, прикольно, надо рубрику записать. Кто быстрее лазит. Ну давай, я побежал. У... Так, ребята, взял невидимого аниматроника, который их накажет сейчас. Я его вижу, привет. Каким-то образом меня видишь? А я тебя через тень вижу, ха! Нет у меня тени, я не отбрасываю а уже. А нет, я вижу ее. Ну что, будете открывать двери? Нет, я тебя вижу. Откры... Стороны, с другой стороны. Да, она-то открыта, но я же не могу там пройти. А ты пройди. Ой, что-то у вас дверь пропала, пацаны. Читер. Ах ты, блин! Ой-ой-ой-ой, кишки из жопы. Ты своего сородича убиваешь, за что? Серега мочит. Ну все, все, я проиграл. Так, сейчас возьму аниматроника, которого невозможно убить. Это будет настолько... И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Окрошка, Снеговик, как всегда, отличнейшее настроение. Сегодня мы играем на карте FNAF 1. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду аниматроником мочить пацанов. А как так получилось? Я тебя, а он меня. Вот такие вот дела. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, я буду с тех всех серий на вас отрываться. Вы слышите, да? Да. Так, а ну... Вы посмеялись, можете уходить, пожалуйста. Пожалуйста. Подождите. Подожди, а что делать надо? Сейчас, ребята, он проболтает. Я выключился. Так прикольно смеется. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Смотрите, что я делаю. Трогай стекло. Я его держу, пацаны, я его держу. Она... Ой, а что это с моей головой? Хорошо. Сейчас, подождите, продержите, я хочу головой прокрутить в одну сторону. Ну, давай, башка. Смотри, опа, ты так можешь? Нет, да. Я могу вот так. Ладно. Этот аниматроник не убивает.
хорошо. Хорошо, я побежал. А, вот режим стрёмный, вот этот режим убивает. А, я не могу их убить, потому что они закрываются в своей будке. Извини. А я успел закрыть. Снеговика, короче, кинули в жертву. Теперь я наелся, берем другого аниматроника. Трапа, на корточках ползешь. Привет. О, это скраб-трап какой-то уж. И на пришеленец. Точно, точно. О, вы можете? Видел, прям вовнутрь к вам пролажу. Короче, вы меня не пустите, да? Нет. А вы знаете, что я могу... О, я не могу на этой карте не дать через стену открывать. Закроем, успел. Так, надо так, чтобы вы меня не видели. О, сейчас чуть попозже... Мы по карте тебя видим. А, я возьму... Так, давайте вот этого вот. Во, прикольный. Что он с головой делает? Спрингтрап. Я челюсть открыл себе на голове. Не открывай, не открывай эту дверь, вот она. Так, что он делает? Ого, смех, вы слышите? Да. Это чувак во мне орёт, вы видите там его немножко? А, нет, то провода, я думал, то органы, нет. Он прикольно. Его электричеством ударил. Офигенный, мы что-то их вообще пропустили в одно время. Я бегу. Он я опять бегу. Туда же бежит. Привет. Я на ту сторону побегу. А, я вижу, ты туда не бежишь. Я чё это? Я ж тебя по камере смотрю. Пацаны, вы видите, как я перемещаюсь? Да. А я могу так. Это должна быть какая-то анимация, но ее просто нет, да? У меня руки в боки из-за этого. Да. Ух ты, блин! Да, я такой. Я тоже не пальцем сделан. Слышь, пацаны, у меня анимация сработала, я поломался, я ничего не могу делать. А мы тебе не верим. Нереально, я ничего не могу нажать, у него анимация сработала, поломался. А мы тебе не верим. Вот и молодец. Вот и молодец, что не веришь. Я хотел тебя замочить. Хорошо, хорошо. Я специально это сделал. О! Прикольный у него походняк. Давайте включим другой режим, более мощнее. Фонарь такой ярко-желтый. Слышите, слышите? О, блин, честно. Ой, жестко, жестко. Помоги, да вроде кричит на русском. Или мне кажется. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Ничего у вас не получится. Да все, я умер. Я сейчас, получается, фиолетовым челиком стану, смотрите. Я так думаю. Ну-ну-ну-ну. Нет, ты станешь... А это реально сработала анимация, смотрите, я могу только вертеться. Так, стоп, давайте W, S, давайте R еще раз. О, я другим стал. У меня это, видите? Третьего перевоплощения. Прикольно. А я бегу, бегу. Пацаны, пора вас мочить. Что такое? Хорошо. Хорошо. Ах ты, блин, жопа. А что ты такой шустрый? Умный сильно, чешо. Да. А что ты вот здесь поставил? Это я. А я вижу, что ты сюда пробежал. Ну, я вижу, что ты сюда бежишь. Страшно. Я, кстати, не проверял этого еще, так что он мочит. Я думал, а, да, этот весь пилпак мочит. Так, пацаны, я пойду вам свет отключать. А, да. Ой, жестко. Я удалил лампочки, ребята, на карте сейчас просто темнота. Жестко, страшно. Согласен. Темно, реально. Ух ты, как батарейка уходит. Уходит батарейка? Да. А ты, блин. Давайте посмотрим, как батарейка уходит. Не надо. Она не уходит, ты обманываешь. А... Это тебе за обман. Я за что? Так потому что твой друг обманул меня. Тебе на камере вообще не видно, ты такой темный. Да? Ой, так это круто. Ой. Тебя по звукам можно услышать. Нет, нельзя мне по звукам услышать. Откроем. Так, так, так. Надо на разведку идти. Давайте, пацаны, я вас жду. Блин, классно так давай играть, ты. Мне нравится. Давай, давай ты, говорит. Пацаны, вы должны, короче, этот, зайти и включить вам свет как-то. Но я не знаю, даже дверь удалил для того, чтобы вы могли сразу зайти. Ну, сразу говорю, я в мастерской, я могу вас убить. Я не знаю, что-то придумайте. Я придумал. Я просто...
включу везде двери, чтобы электричество не уходило. Ну давай, попробуй. Это... Блин, так темно, это жесть. Мне плохо видно даже. Ёлки. Сейчас все закрыть. О, все. Пацаны, это я вам включил? Да. Да. Ninja Knife не работает. Блин, классно, графон. В Гаррис Моде. Ну раз такие картинки выдает топовые, смотрите, как просто все круто смотрится. Даже текстуру на спине видно. Офигеть. Мне так нравится играть в эту игру. Подожди, а что еще? А что сюда спустил? Тут нифига нету. А, есть. А. Давай ты теперь. Не, иди, я боюсь. Пробед. Давай, шагай. А я боюсь. Так, надо включить от первого лица. Settings, third person. Ночной режим активирован успешно. В смысле активирован? Ох ты ж, я тебя почти зарезал. Отвечаю, еще бы чуть-чуть, и ты бы мне чикнул. Как-то я тебя увидел. Не знаю как. А это нечестно. Так, я буду с ночным режимом гулять. А это не поможет. Поможет, поможет. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Ты сейчас до двери подойдешь? Если ты откроешь дверь, я тебя убью, я тебе сразу говорю. Это не честно. Я же тебе сказал, если ты откроешь дверь, я тебя убью. Да что? Нельзя, я открыл дверь, но ты такой наивный. Я, пожалуй, не пойду туда. А чё? Я сейчас пойду. Давай, давай, давай. Я вас жду. А так честно ты думаешь? Вот это ты по-честному играешь? Да. 15 минут бессмертный. Я балдею. Ну чё, давайте, пацаны, я вас жду. Не, я извините, я не такой, как все. Давай, я давай. Я вижу тебя. Я вижу тебя, ты за углом сидишь. Ах ты бомж. Я вообще не весь спавню. Ну давай, я тебя жду. У тебя все равно самое страшное оружие, мне кажется. У меня? Ну конечно, смотри, что я делаю. Как щенков валю просто. Ну хотя бы крошку точно. Я выйти не успеваю. Так я умный, я не буду влезать. Правильно. Хорошая мысль. Вот. Так, давай отключим ночной режим, посмотрим, как без ночного режима. Оу, это что было? Это монетка. Не-не-не. А, у меня 10 тысяч жизни. Твоя... Ты монетка меня не убьешь, кстати. А, нет, ты можешь убить, я чувствую, есть урон, есть. Ой, блин, то подожди, как играть с тобой? Ты читеришь, читерила. Ты тоже читерил. Давай, заходи, заходи, сынок. О, блин, ты меня видишь, наверное, да, как-то? Ай, блин, дамажит. Ну, гад стреляет. Оно, короче, когда стреляет об стену, идет урон. Получается, взрывы от пуль. Да. А, вот так ты, значит, со мной заговорил, да? Так, подожди, давай я себе другого аниматроника сейчас возьму. И мы с тобой по-другому поговорим. А я, пожалуй, вернусь на базу. Крошка, удачи тебе в жизни, я не пойду. Я его видел. Я посмотрю лучше на баталии на ваши. А, жопа горыть. Я вижу. Не говори ему, пожалуйста, он меня убьет. Я его боюсь. Я его боюсь. Скажу где. Жестко. Не можете мне ничего сделать, просто ничего. Спасибо, что не убил. Ночной режим же есть. Подождите, мне кажется, точно. Он там бегает, а он тут. Я ж с ночным режимом играю, пацаны. Я включил ночной режим и бомба. Так, давайте сейчас отключим себе режим от третьего лица. Ой, давай, как крышка, темно, крышка, ой, как темно. Да как с тобой играть это? Я вообще не знаю, как ты со мной играть будешь. Я не знаю. Я не хочу выходить, Димас опасный. Я очень опасный. Он даже я убил уже вас очень много раз. Выйти. Он с петухом пытается выйти и сдыхать сразу. Я не знаю, я не хочу. Я не знаю, а я знаю, я его буду мочить до посинения. Спасибо, что меня хотя бы не убиваешь. Спасибо тебе. Ничего. Да. В следующих сериях я тоже буду так же убивать. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод. Новая карта называется Five Nights Inkman. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, так приседает, мне смешно. Но сначала давайте я вам покажу эту карту, она реально очень крутая. И вы поддержите меня лайкосиком и подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день.
и поднимает всем настроение. Пацаны, идемте. Знаете, что мне показалось? Что мы здесь какие-то маленькие, а пиццерия большая. Такое ощущение, что вы какие-то... Ну смотрите, я еле до окна заглядываю, я его просто еле вижу. Почему так сделано, я не знаю. Может, какой-то прикол в этом, что мы дети типа здесь. Так, идемте, пацаны, делаем обзор пиццерии. Здесь у нас... Что? Стральники. Все по фен-шуй, дверями вовнутрь. Здесь тоже сранники. Че маленький такой, не понимаю. Так, а ну-ка. Звездный лорд, дай выйти. Так, вот это уже стоят настоящие люди. Это подписчики, они сейчас будут нас пугать. Но сначала мы сделаем обзор. Так, что здесь? Я и сам не знаю эту пиццерию. О, так это вход. Дверь закрыта. А ну, если самым умным быть, можно дверь удалить? О, пацаны, идемте на улицу гулять. Ага, нельзя. Так, 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 что у нас тут? О, кому продать что-то? Кстати, здесь есть кнопки. Этой кнопкой можно отключать и включать свет. Загорается, тухнет. Внутри есть кнопки, я вам и тут покажу. Где можно, что можно? Короче, Бонни Лайт, Фредди Лайт. Может как-то подсвечивать их? Ну, мы нажимали, но не работает. Здесь есть вентиляция. По этой вентиляции можно пробежать сюда. Знаете, почему показываю? Потому что я сам не знаю ничего. Так, а ну-ка, открывай дверь. Она как-то стрёмно открывается, надо сбоку стоять. Здесь у нас кухня. Здесь у нас есть кнопка. Не знаю, что она делает, но она просто есть. И здесь у нас есть тоже кнопка. Смотрите, столы есть? Столов нету. Оп. А не, что-то не оп. О, появились. А, то я клацаю, и пацаны. Все. Очень прикольно. Ну, будем начинать. Ну что, пацаны, идемте в нашу комнату. Будем тусоваться сейчас там. Так, давайте проверим, как кнопка работает. А, ну, дверь убивает меня? Нажми кнопку. О, она не убивает. Блин, прикольно. Я думал, будут мочить, как в FNAF 7 и FNAF 8, не помню. Там двери вроде убивают. Так, давайте, наверное, будем брать какое-то оружие, отпугивать их. Ну и очень мощное. Так, всегда говорю, а в итоге мочу всем, что я вижу. Ой, это я уже сразу в монетку взял. Ладно, не будем. Так, отключаем ночной режим. С фонариком и так все очень хорошо видно. Так, админский пистолет нельзя. Это читерская фигня. Закрываем вентиляцию. Так, идемте смотреть. Кто там у нас на сцене? Опа, Бонни-то голову прикольно повешал. И Чика стоит. Освещение офигенное на сцене. Очень антуражно. Так, а я не вижу, там кто-то есть? Фух, вы меня испугали, пацаны. Так. Стекло можно удалить? А, стекло нельзя удалить. Было бы прикольно. Оно нифига себе толстое здесь. Полметра, что ли. Так, здесь есть окно? Есть. Мы сможем полить их. Так, пацаны, двери пока не открываем. Лайт. Не понял, я его включил? Как оно работает? Как-то, короче, работает. Так, Дор, давайте пока откроем, посмотрим, что там. Чпонькс. Ну такое все толстое, здесь полметровые стены, как-то очень странно. Это знаете, пацаны, это бункер. Фух, извини, обстоятельства. Так, ого. Что-то дверь криво стала немного. Так, пацаны уже начинают там стрелять. Опа, Чика-Чика пошла, смотрите. Опа, она сдвинулась с места. Пацаны, короче, очень сильно РПшат. Самые лучшие, будь теперь сюда у нас роль аниматроника выполнять. Я видел. О, Фредди! Ожил, видели? Он с сцены вылез. Вот, это мне нравится. Сразу надо лайк ставить, точно. Опа-опа, Бонька-Бонька пошел. Видите, они потихоньку ходят, не сразу. Пацаны, контролируйте, потому что Фокси вроде может сразу побежать. Так, двери пока. Пацаны, не надо трогать двери. Их могу трогать только я. Ладно, шучу, не надо вообще никому. Фокси! Эйх, Бонь, этот, Фокси прибежал. Я испугался. Так, ну что ж, пацаны, первая атака есть. Они уже возле окна. Блин, так не брючно, у нас какой-то такой большой комната охраны. Класс, ты сказал. Здоровенная комната просто. Ни телевизоров, ничего. Просто здоровенное окно. Будем смотреть. Так, Фредди идет. А я иду, иду. Что это за звук? Он разговаривает, слышите? Двери! Двери! Есть! Через вентиляцию подходи, чувак, обходи! Мы тебя тут закроем.
Так, я его не вижу, Фредди. О, Бонька пошел! Это знаете, как в оригинальной FNAF 2, когда они ходят, они телепортируются. FNAF 2 коп. Я вижу, Фокси стоит, смотрите, тень от него видно. Класс. Ушел. А, фонарь загорается сам, когда они подходят. Я тебя вижу, Бонька. Ты спалился. Тебя видно. Так, а что это за звук постоянно? Отключение, включение? Они что, ломают? Так, давайте, пацаны, через вентиляцию сделаем обход. Так, берем оружку себе все, давайте. Ой, кого-то убило? Я вспомнил кое-что. О, через двери, что ли? Ах ты говно. О, там Фокси бегает. Так, побежал до пацанов. На сцену идет, смотрите, Фредди. Так. Блин, такой звук стрёмный появился, мне нравится. Так. А, это когда они в другой режим включаются, такой звук идет. Этот на кнопке сидит, отдыхает. Так, там кого-то мочат. Да так дверь вонючая, закрывайся. Пацаны, ну что ж ты двери оставляете открытыми? Так, хорошо, я сейчас скоро буду мстить. Так, закрывайте двери, закрывайте. Чпонькс. Так, я беру оружку. Я разозлился. Берем миниган. Закрывай! Я видел, там вроде кто-то был. Тарахтел. А, со всех сторон мочат. Так. Лишний раз двери не открывайте. Видите, они какие злые? Ого! Дверь жест. Так, пацаны, я живой остался один. Закрываюсь. Нифига себе. Точно прострелили дверь. Блин, такой звук прикольный. А, я вспомнил этот звук, когда они переключаются в ночной режим. И злой. Ой, добрый и злой. Ай-яй-яй, не мочи меня. Так, я иду через вентиляцию. Вообще офигели. Может туда гранату замораживать? Ах ты жлоб, как ты прошел? Ой, извини. Он всех убил сразу. Это очень злобный аниматроник. Такс, живые все. Так, пацаны, давайте что? О, давайте я монетку возьму. Пора уже действовать. Оли, давайте портал возьму. 1000 лет его не использовал. Двери. Так, пацаны, давайте я поставлю портал здесь. Будем выходить. Чпонькс. А, не мочи. Все, пацаны, идемте. Кто первый? Ого, оружка у всех мощная. Закрывай вентиляцию, она больше не нужна. Так, я вижу, там война идет. Че, не проходишь? Жирный, что ли, стал? Так, у меня 7 хп. А, нет, у меня 2, да, 27 хп. А, ты застрял. На тебе. Так, никто не пройдет. Блин, надо было админским пистолетом туда пострелять. А, порталы исчезли. Так, а ну идите сюда. Разбийники. Я взял админский пистолет. Я буду их наказывать. Только те, кто будет меня пытаться убить. А те, кто стоит, просто я не буду убивать. Смотрите, какой Фокси злой был. Пока меня не убили. Ого, они кричат там. Уйди. Я успел закрыть двери за секунду. Красиво отлетел. Через стекло нельзя убить. На, еще раз. Кто еще ко мне, пацаны? Ушел. Вот это вообще сильно. Теперь наша очередь. Ой, извини. Теперь наша очередь здесь всех наказывать. Извини, обстоятельства. Кстати, новые анимации смерти добавили. Вон нычка. Блин, оно перекидывает автоматически сюда. Ого, это вонючая граната. О, еще и взорвало. Это мощно. Пацаны, давайте войну устраиваем. Жахаем их всех. Так, берем мощную оружку. Погнала. Иди сюда. Ах ты жлоб. Войну, да, захотели? Давайте, сейчас. Ой, я могу на карте ходить? О, так тут вообще прикольно сверху. Ой, пошла. Вот это я разошелся. А, не так уж хорошо и не взрывается. Давайте я тоже оружку возьму.
Ого! Эпические взрывы, ребята! Просто посмотри на них. И еще! Ого, вся пиццерия дымит! Ай-яй-яй, жопа моя! И Фредди пришел! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Фокси и Шадоу. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Вы мне все завали личку, чтобы я записал рубрику «Аниматроники пугают охранника». Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Сегодня у нас будет не просто «Аниматроники пугают охранника», а еще и режим «Аниматроника». Вот покажи, если у нас будет зеленый фонарик, аниматроник добрый. Если будет фонарик гореть красным, значит он будет на нас нападать, не надо убегать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ты чё? А чё так резко? Я думал, там какие-то звуки поиздаёшь. Ну ладно, ещё не наработанная схема у нас. Убил меня эндоскелет. Ползёт. Красный, красный, пацаны, забегайте в хату. Быстрее, закрывайтесь. Заходи, заходи. А, я по 5 раз жму одну и ту же кнопку. Ушёл. Стрелять ему в жопу. Ай. Ну и аниматроник, слышишь, не говорит. Красный, красный стал. Пацаны, я возьму админский пистолет, если он зайдет, я его убью. Ой. Я пошел. Тут давай, дело, уходи, взять. Уходи. Тебе здесь делать нечего. Пацаны, выходим. Место зачищено успешно. О, выходи, заходи назад, заходи. Закрывай. Мы успели. Ты не смог. Тебе не получилось. А что, я тут, пожалуй, посплю немножечко, окей? Ты жопу не засовывай нам сюда. Эй! Ты чё так делаешь? Ладно, хорошо, все, ухожу. А как ты так? Ноги там, туловище здесь. Еще так смотрит по сторонам, так. Ага, никого нету. Так, здрасте, что вы там про меня говорили, однако? Что за жопа? А! Это аниме. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. И я скажу вам спасибо. Так, смотрит, смотрит. Ржешь, что ли? Убежал, убежал, убежал. Опять бежит. Один ваш, мы выйдем? Мы не выйдем. Не-не-не. Так, пацаны стоят, сыкают. Я тоже. Выходите. Прощай, ты мясо. Это у нас ловлено живца. Ловлено охранника. Эй! Эй! Эй, ты чего? Двигай, двигай его. Во! Кстати, прикольно, дробашон можно отодвигать его назад. Плохо не могу через щелку вот это в двери мочить. Пацаны, давайте посмотрим по камерам. Вон, я его вижу, я вижу. Он в зале главном. Так, это не та комната. Чем не одна и та же комната? Там надо уметь нажимать, если что. Я знаю, что надо уметь, потому не умею. Все логично сходится. Так, смотрите, а сейчас либо вам отвернуться, либо не отворачиваться. Это уже ваше. А что ты сделаешь? Валим. Я просто валю. Отвали от меня. Я тебя увидел, я не хочу с тобой дружить. Мне мама не решает. Ну, слушай, блин, я хотел тут завести друзей, но ладно, я пошел. Так, 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 ребята, шкеримся. Fucking shit! Блин, такой красный свет заходит и заглядывает. Давай! Подними настроение новое. Так, я не понял, кто в меня стрелял. Ты что делаешь у меня дома? Эй! Дима! Эй! Отвали, я тебя физганом не могу убить! Вали! Минус. Минус. Так, я не понял, кто в меня стрелял. Я не понял, что ты делаешь у меня дома. Я не понял, что вы тут все делаете у меня дома. Так, отлично. Как... Где он, где он? Я его не слышу. Фокс! Я слышу его запах, очень приятный. Фокси, Фокси. Так, так, так. Фокси, минус. Стоим, 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 шкеримся. Он меня не увидит, по-любому. Понимаешь? Ничего не видно. Так, я не понял, куда вы там бежит. Так, прячемся, ребята. Стоим. Увидеть, не увидеть, на дурачка. Так, 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 так. Не вижу фонариков никаких. Потому что я скрыт. Ага, я понял. Скрылся. Скрытный. Бойся меня, Дима. Бойся. Ты меня не сможешь убить. Привет.
Упс. Отвали, блин, да как? Да как ты такой? А, это ж на расстоянии они убивают, я вспомнил. Нет, у этого радиуса нету. Не во радиуса, а просто так мочит, да, сразу? Да. Нет, как сказать, а именно наводиться на твой трупешник, будущий. Так, Half-Life. Ставим бомбочки, раз. Ставим бомбочки, два. Заходим. Посмотри с фонариком. Не, я боюсь. Это ты там? Я не по... Ты чё, офигел? Давай, мочи, мочи, мочи его! Только я говорю охраннику, не ему. Ах, там бомба! Ну что? Ого, как ты так ходишь? Это, короче, я присел и начал ходить, как инвалид. Мы все двери открываем. О, мы успели закрыть! Слышите звук такой скрипучий, прикольный? Это такой звук скрипа издаешь, как будто сапоги резиновые у тебя. Это я. Это ты. Я вижу тень твою, как-то квадратно. Уходит, уходит. Маринетка сняла свою маску и показывает, какая она красивая. Уи. Улетела. Так, пацаны, давайте еще возьмем бомбочек, нафигачим. Оу. Упс. Я не так как-то ее поставил, да? Такс. Отвали! А! Свои мочат! Свои их мочат. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Пошел, пошел, пошел. А я сижу на крысу. И выиграю, надеюсь. Так, ты что, офигел меня стрелять? Я тебя сейчас убью. Так, подождите, а на эту кнопку... А, если просто нет анимации, то я ее просто брошу. Чпонькс. Знаешь по звуку? Бум. Знал? Да. Ну, так я бум! Не понял. Это у тебя спринтрап. Готов. Пацаны, набрасываем, набрасываем бомбы туда. В смысле набрасываем? Да. Бросай, бросай, бросай бомбы. О, Дима! Пожертвуй собой! Самоубийца! У тебя сильно много жизней, 7000 семерок! Так нечестно! Я вынужден удалиться. Так, ребята, это оружие, она мне... О! Я вспомнил, какое у нас оружие есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Возьми монет. Нет, нет, нет. Ой! Ой, блин! Да что ж такое, я рядом стрелял и попал. О-о-о! Больно в ноге убили. Чё меня. Там? Иди сюда. Как я подойду? Пацаны, пацаны, идемте. Не ссыте. Я прикрою. О, простреливаем проход, не даем ему выйти. Алё, я там ушел. Нормально. А! Жлоб! А как? А где? Где ты нарисовался? Блин. Я же сказал то, что я был дохлый. На тебе в спину. Ребята, все, я уже не боюсь его. Охранник кто? Мы, Ярушка у нас. Так, вот я понял, где я не подойду к тебе. О, больно. Нормально, оно прям выжигает. Тут столы горит. Горят, все горит в хате. Ого, на отдача. А мне интересно, откуда ты стреляешь? Я отсюда стреляю. А, все, я понял. Давай! Не. Ты боишься так, нас? Ну все, это бан. Тоби бан. Это смерть. Деон, Деон, вот он. А! Еще раз убил, а? Я в заначках достал оружие свое козырное. А ну сейчас мы полетим сюда. Ой. Выходи. Давай, где ты? Вот все. Так, 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 ребята, палим его. Так, так, так. Ну, иди сюда. Сюда. Бум. О, ты что, не умер, что ли? Нет. Да это нечестно! То, что когда Димас увольнул бомбой этой. Бум!
Теперь мы это сделали. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно просили, чтобы мы с Димоном поиграли за аниматроников. Рубрика «Аниматроники пугают охранника», если пьете и кушаете. Приятного аппетита. Ну что, Димон, ты готов их пугать? Конечно, я готов. Сейчас ну я что, пацаны, возьму. Нашивайте себе штаны толстые, особенно сзади. Будем сейчас мочить вас. Давайте. Одевайте. Димон, ты видишь, как тут лес еще улучшили? У меня эта карта, кстати, сегодня что-то обновилась. На улицу идем тогда. Да, выходи. Тут дремучий лес есть. Дремучий лес, сейчас вообще намудрили. Блин, здесь доски еще. Кстати, мы давно тут прятки не играли. Может, тут еще в лесу в следующий раз прятки замочим? Ты думаешь, тут лес обновили? Да, ребят, так что ставьте лайкосики, пишите в комментариях, что нам в следующий раз записать. Да, Димон, обновили лес. Целых 100 мегабайт леса обновили. Так, что я? Добавили веточки, да? Так. Не-не-не. Так. Давай бери какого-нибудь самого старого. Да я нормальный, что, я очень быстрый. О, можно я на тебя запрыгну, понесешь меня? Все, вот кто я. Шкандыбаю на одну ногу. Большая черепаха. Сейчас, ладно, я пошутил. Без шуток, да. Вот. Братуха, во, давай, а я... иди. Подожди, я за кого? А, мы братья, мы братухи, да, с тобой, ну. Близнецы. Во, давай, Димас, спецназ. Димас, что у тебя сзади воняет там? Это пружинка заржавела. Понял, понял, надо смазать тебя. Ага, смазать. Так, ладно. Давай, давай, лезь, не отвлекайся, очень все серьезно. У нас очень много дел. Как можно быть серьезным, если мы ползем как... Невидимый стань. Во-во-во, четко, четко, да? Четко. У нас, кстати, уха нет, не было. Ухо видимое, слышим, да? Ухо, все плохо. Че, пацаны? О, они делают калитки вот эти вот. Че, убил их двоих? Конечно. Никого меня не оставил. Че ты обжора такой? Двери не закрывают. А вот так вот двери не закрывают, пришлось их убить. Че тут головой бьюсь об люстры? Ты очень большой. Меня спотыкаешься. Так, короче, давай. Мне не нравится аниматроник, он голимый. Давай лучше возьмем. Слишком мощный, давай другого. Вот зубастую урод. Блин, такого же взял. Да как мы с тобой одинаково думаем, что ли? Блин. Диман, ты повторяешь за нами. Давай в обход пойдем в эту сторону. В этот давай. Так, так, так. Вот, давай немножко шума создадим. Как помнишь, мы с тобой искали режим, зашли на один и тот же, даже на сервер один и тот же. Да, да, да. Открывайте двери, мы вам принесли. Пирожки с картошкой надо вам? Да. Серёг, что ты в руках? Топор держит? Фига себе. А он не достает, он не достает. Ах, блин, достает. Ты, блин, по лбу мне дал. Так, снял у тебя 32 хп. А я ему его жизнь за это забрал. Ты что тут машешь? Ого, а как-то дверь у них... Что? Как так-то? Че? А Димон, это ты сделал? Да. Управлять? Мочи, мочи его. Ты че там в щелочку заглядываешь? Они дверь закрыть-то не могут теперь. Так мы и зайти в нее не можем. А, не разбегайся. Да вот ты говно. Ты смотри, что делает. Все, все, нас нет уже, успокойся. Какой-то псих, что ли? Я пришел с гармошкой. Сыграем что-нибудь. Да, сейчас буду вам лобать тут. Какие песни знаешь? Серега, я сейчас опять вас замочу. О, пришел Балун Бой. Балун Бой по 5 хп, да, отнимает? Дайте пролезть как-нибудь, не могу пролезть. О, Димон, во! А, блин, арбалетом. Да как пролезть? Ага. Я их кусать вас. 5 хп отнимаю. Да ты у меня уже 10 хп отнял, что ли? Нет, не я. Видимо, я неправильно починил дверям. Так, короче, я возьму... О, я возьму вот этого чику. Танцюрист. Ой, я вспомнил, мне надо кое-куда сходить. Куда-то в пиццерии подальше. А вы попробуйте двери закрыть, она закрывается вообще? Смотри, что они там делают, вообще разошлись. Попробуйте дверь закрыть, открыть, она закрывается? А, Дима, она сама выравнивается. Да, да, да. Ты видел, как она сначала полетела прикольно? Ты чё дерёшься? Так, короче, надо Дима как-то на нычку прийти, чтобы они не ожидали. Да, давай. Так, пусть двери откроют. План, я его придерживаюсь. Да, да, да. Опа.
Ты чё, он с бензопилой ко мне прибежал, Димон? Ну, чё, он меня пилит! Сваливаем, сваливаем этого. Ты чё? С предельщика. Димон, я тебя защитю. Защитил. Все, я тебя защитил. Все, я пополз по стенам. А ты можешь? О, я возьму ползучего. Я практиковал. Во, класс, я реально ползать умею по стенам. О, кто-то на гитаре лупит. Да, только тут, правда, стены очень маленькие. Мужики, вы меня видите? Серега, ты сам себя убил. А, нет, тебя енот убил. О, ты тоже взял лефти? Да. О, не лефти, а... Я сначала его взял, ну, типа, тебе сказал, по стенам буду лазить. Молтона. Опять мы вместе взяли. Как-то стрёмно он лазит. Смотри, Дарт Вейдер, блин. Хорошо. Star Wars в другом месте находится. В другом паке. Вот так. Эндер вообще сила. Просто сильнейший аниматроник на планете. Что, Серега, будешь открывать нам дверь? А ну, Димон, как-то надо западло им сделать. Димасик. Ай-яй-яй-яй. Я знаю, тут проходы другие. На. В курсе? Еще дамажит. А, давай к ним, я знаю, как можно пройти. Так, 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 вентиляцию нам нужно. Вентиляция. Найдена успешно. Димас, знаешь, где я? Где? У них, внутри. Мочи, мочи их. Ой, я вижу, там что-то творится. Я через вентиляцию прошел к ним. Я тоже лезу. Да? У меня очень медленный мужик. У них две вентиляции, кстати. На. У них корень какая-то совсем бабушкина. Очень. Ого, они тут что-то и... такое... Ого, Димон, у них калитка какая-то бешеная. Вы чё, тут психи, что ли? Мясорубка какая-то. Здрасте. Здрасте, я к вам. Ого, у них дверь. А? Димон, я не хотел тебя убить. А я думал, они. На, убивают сами себя калиткой, красавчики. Я выхожу. Не попадает, не попадает. Ты что тут творится с дверями, что? Они убивают друг друга, когда с дверями есть. Серега, ну что, ты видишь меня или нет? А ты где? Что-то у вас очень слабое оружие. Вообще у меня жизни не отнимает, чуть-чуть. Ого! И копьями, и чем еще? Чё-то, пацаны, слабо. Ни о чем. Я ваша бабушка. Мочи, Димон. И я его, короче. А теперь мы можем выходить. Теперь выходи, дверь откроешь. Выходи, выходи. Блин, да что у меня поезд? Придавил тебя. Как-то больно. Больно, да? Все, я пошел. Ладно, давайте, удачи, не болейте. Ты чё купьями кидаешься? Да, ты не попадаешь, мужик. Ты косой. О, а, Фантайм Фокси. Ну вам тогда хана. Нет, ты нам ничего не сделаешь. Димас, заходи в дверь, заходи. Бока, что? А так что... Ого, ты чё, Серега, мне такое не берет. Меня взяло. Не-не-не. Конкретно. Видно, не прямой был у меня удар. Офигеть, Масик. Это вообще жесть. Ничего себе, нас тут всех плюшануло как. Так, как-то слабо, мне кажется. Мои калитки снесло. А как тебе там? Они у тебя есть? Калитки-то. Это походня, крутой. Это я, подожди. Я очень крутой. Да ты молодец, да. На меня. О, к нам зашел какой-то мафиозник, или что это такое было? Капец, у них тут вообще развал, где нас внутри. А что тут у них, короче, стола нету? Это я сломал. Понял. Да что я всех мочу, а? Кого вижу, того и мочу. Да я вообще-то невидимый был. А-а-а. Да. Так, сейчас мы возьмем. Кого мы возьмем? Мишку возьмем. Михаилова? Да. Михаил Круг, знаешь, такой? Да-да-да. А, этот не дамажит. Я Бонни. Ого! Топором зарубил.
О, Димас, у него пистолет читменский. Я защитил тебя. Да? Где он там стреляет? Ах ты жопа! Боишься, Серега? Напугал, нормально? Слабовато. Обосрался. Обосрался. Испугался? Обосрался. Так. Посидим тут на нычке. Такой. Ой, я тебя вижу, Димас, нычка твоя прикольная. Че ты камушками дверь стекла разломаешь? Так прикольно. Ты как ее ломаешь? Они уже лопнуты своим телом, просто пропрыгивай и все. А, не, у меня тело застряло в этом. Ах ты! Смотри, он к нам пришел! Димон, все, я объявляю войну. Ого! Давай я тоже объявлять начинаю. Так, объявление давай, Серега. Объявление войны началось, аниматроники против! Охранник. Да смотри, поехали. Какой он меткий! Вот, блин. Димон, как его убить? Да как-то по-хитрому. Ах ты жопа, мой трупейшн! Ты как и трупейшн полетает. На раскорячке, короче, Лёх. Хорошо. Да как ты меня убил? Я иду. Читер, читер какой-то. Димон, как его убить? Да, хорошо, вот если просто. Надо взять, знаешь, какого аниматроника? Ну, какого? Который может вставать невидимым. Это сильного, да, надо взять? Да-да-да, как ты узнал? Я так практикую. Так, сейчас, мы возьмем. Во, все, Димон. Серега, привет. Ого. Убил. Я сзади был. Красава. Я по вентиляции пролез. А, опять мы с тобой одинаковые взяли. Ах ты. Фокси так кидает просто смачно. У нас добрый день. Ого. Они истребитель. Друг друга, что ли, убивали? Слышь, ты истребитель аниматроников, иди сюда. Да откуда ты берешься, крыса? А, блин, вот я все разозлен. Беру самого читерского аниматроника. Кто у нас там самый читерский? Твистед, наверное, да, какой-нибудь? Так, все, я тут стою на такой нычке, что я его по-любому убью. 1000 хп у меня. Чё, кто со мной, а? Админский пистолет против? Убьет тоже его. Нет, нифига. А! Блин. Убивайте его, диета. Я зато сейчас быстрый стал. На, на. Одного Димас грохнул, второго не успел. Есть, Диман, я отомстил. Я еще раз. У меня башка не помещается. Так, так, так. Кто еще? Да никто уже, мы всех поубивали. Да я не знаю. Нет, даже получается, что аниматроники выиграли? Конечно. Мы выиграли с тобой, Димон. Нет, Серега, слабое оружие, слабо, давай мощнее. А, ну хочешь мощнее? Да, мне слабое, давай мощнее. Димон, ты куда побежал? Уноси ноги. Ухожу. Какой-то слабый взрыв. Нет! Иди отсюда, сейчас взорвет меня. Тут что-то горит, все. Я ухожу. Ты что тут дыма? Ого, вот теперь точно снесло. Офигеть. О, перчатка Тануса. Да. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2, всем нравится, когда мы Димона Покемона пугаем, так что будем стараться сегодня веселить, поднимать вам настроение, если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Кстати, все просили, чтобы я Димона жестче пугал, так что, Димон, готовься. В смысле жестче? А где Димон? А где ты? Ладно, я возвращаюсь, я пытался сбежать от вас. Пошел отсюда, это моя территория. А, ты че бьешь меня? Так, я сейчас тебя засвечу. Тебя, Димон, слышно? Да, слышу что-то там, какие-то звуки. Трунь, как будто волна какая-то. Так, ладно, я пока буду патрулировать пиццерию. Я злой аниматроник сегодня.
Да, ты злючка, пердючка. Так, ладно. Ой, 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 все. ФРБ, все, стою, стою, стою. А, у меня же этот ёлки-палки есть. Так, сейчас возьмем. Все, вы меня не видите. Да, а ты хитрый, какой ты молодец. Блин, ребята, лайк за ум Димана Покемона. Ладно, ладно, свой. Дай понюхай, стой, ты свой? Да, да. Да, свой. Да не, 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 не надо пукать. Мангл, смотри, какой красавчик. Не, некрасивый, уходишь, да? А че звук не от кастрюли? А-а-а, спасите! Туалет, открывайся! Я не пью. А че я не лезу? Так. В это, идите пока на это на сцену, хорошо? Хорошо, давай. Это. Дайте мне отдохнуть, короче, немножко. Вы идите на сцену, я тут кое-что вам приготовлю. Ой, сделай нам ловушки прикольные. Давай возьму там, где жизни 750, давай, стой. Ой, ё-моё. Во, я кошмарный Фредди, у меня 750, все. Сейчас проверим, что нам Димон там приготовил интересное. Скажешь, когда идти? Угу. Я слышу, как он там мины расставляет. Нет. Да-да-да, я слышу это пиликанье. Да. Так, ты поехаться могу? О, я буду за Фокси, кошмарного. Я наблюдаю за ним, просто из-за угла. А, я ж невидимым могу становиться. А я не могу, а я могу за кошмарного? Не могу. А NPC может. Ого! Вы что сделали? Я ничего не делал, я был далеко. Поганка. Опа, давай свою будку и сиди там. Все, не выпускай его, пусть там сидит хитрый жук. Так. Я ему свет включу, чтобы батарея быстрее садилась. А фу, он какашками кидается. Ах ты дерьмо. Фу, уйди, 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 уйди. Я ему отомстил. Пошел я купаться, говно вонючее. Мангл, помой меня. Я весь в говне. Так. Мангл приуныло. От говна? От говна, от говна. Она закрыла нос. Фу, идите отсюда. От вас говно воняет за километр. Так. Димон, ставишь ловушки? Да. Куда ты делаешься, Димас? Димон, тебя слышно или нет? Чего? Ты портал поставил! Профи, давайте я вам там тоже поставлю еще. А тебе слышно, как я бегаю или нет? Да, я слышу, топаешь там. Ого. Вы веселые ребята, конечно, я согласен. О-о-о! Как тебя, кабан мой? Нормально. Открывай! Открывай! Приходи, мы пришли тебя убить. Тут, пацаны, пацаны, тут, короче, был охранник, но я его сожрал. А ты не видел охранника здесь? Не, не, я его не видел. Ну, когда увидишь его, скажешь, что мы ему привет передаем. Это точно не ты? Ты точно не охранник? Ну-ка, не, я Фредди, Фредди. Понюхай, понюхай, понюхай. Фу, говно воняет, ну нафиг тебя. Ну ты похож... Это охранник! Он маску снял. Прикольно. Ты охранника видел? Нет, не видел. Так, смотрим по камерам. О, четко. Быстрее открывайся, хата. Закрывайся. Ух, тебе повезло. Я, кстати, нажимал, чтобы тебя убить, но не смог. Так, надо тебе камеры поломать. О, привет. А где охранник там был в твоей комнате? Не знаю. Так, где там? Я пошел. Я вообще пошел на сцену, я там не знаю, что там за охранник, не знаю, так не знаю. А, это новый аниматроник, Серега, смотри. Да. Вы что это? Не узнали, братва, братана? Ну идем заряжаться, идем на сцену заряжаться будем.
Заряжаться, да? Вставляй себе, короче, вилку, там у нас сзади разъем есть, вставляй. Вилку? В разъем задний, да. Давайте вы сначала первый, а потом подхвачу уже. Ну все, мы заряжаем, все, я заряд. Смотри, у меня сейчас будет туловище изменяться. Все, я заряжаюсь. Ну нафиг вас заряжать. Видишь, это был не аниматроник. А где он? Мочи его, мочи. А я знаю, где он. Его здесь нету. И здесь его нету. И здесь... Есть! Димас, а что ты не ослеп по твоих фотографиях? Ну, я просто интуитивно убил. Кстати, да, ты должен был ослепнуть. Я не знал, что я должен был ослепнуть от фотоаппарата. Буду знать. Новые правила. Понял. Пошел отсюда, говнюшка. Пошли отсюда. Я иду убивать. Блин, никакие уже патроны не помогают. Ай! Отступаем. Первый, второй, это третий. Пятый, быстрее, на шестого, мой. Ого, вот это ты тут мочишь. Легче, Серега, надо быть умнее, он сейчас нас будет мочить. Да уже мочит он. Да не, эти гранаты очень слабые. Я буду ждать его здесь все равно. Так, а где он? Я его не вижу. А, это больно бьется. А, блин, меня в угол зажало и не пускает. Да что он кинул за дерьмо? Серега, молодец. Сейчас граната кончится. Сейчас. Все, истек ее срок годности. Меня гасит. Колошматит. Серега, где он? Вот я, пацаны, вот я. Видите меня? А, ты валяешься дохлый. Да. Так, всё. Всё, закончились представления. Давайте на сцену пошли. Я вас наругаю. Все, убегаю. Да что? Да как? Что ты его мочишь? Да я как его убью. В эту комнату вы не можете заходить, это моя секретная комната, вы ее не видите. Все, выходите отсюда. Старички. Так, сейчас мы что придумаем против вас? Думаем что-то такое. Гениальное просто, что-то придумаем. Ща, я вам тут отомщу, а то вы офигели совсем. Нападать они тут вздумали. Ага, конечно. Что еще тут придумаете? О! Ты поздно... Давайте. Чё-то подойти не могу. Чё такое, меня отталкивает? Отступаем. Так, вот вам подкинул я немножечко приколов. Это прикольно, кстати, дамажит, но не сильно. И сейчас там будет хана, уродцы. А мне ничего не возьмет, ничего. Все человечество. Взяло. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.